Это радио Тихон продолжает свое вещание. Марьяна, разочаруешься ли ты во мне? Полиция проехала. Почему они меня не остановили, я не понимаю. Они же всегда меня останавливают, я же подозрительный. Меня всегда останавливали за то, что я просто по улице шел. Брали мой телефон, говорили на «ты». Ну, это нормально. Видимо, что-то изменилось. Марьяна, скажи, наверное, когда человек идет с черным квадратом Малевича в руке и говорит с ним для полиции, для вообще для людей, для гопников даже, это нормально. А если человек, если бы я шел с иконой Иисуса или с чем-нибудь таким, знаешь, то они бы остановились, а гопники бы, у них бы появились вопросы ко мне, как и у любых людей вообще. Понимаешь, в чем дело? Все происходит, я все говорю, и когда играю, то все это импровизация. Каждый момент я не знаю, что я скажу, что я сделаю. Все происходит интуитивно. Там сидят, наверное, даже сейчас. Тут лужи непроходимые. Невозможно пройти. Я не знаю, что делать. Здесь-то не пройти. И поэтому я пойду через двор, где я поспорил тогда с бабками о том, что я топил за антивоенную тему, а они, одна из них, говорила, что бабы должны рожать, мужики идти на убой, воевать за государство. Я не был согласен с этим. И они, когда она узнала, что я художник, она сразу сказала: «А, ты, все понятно с тобой». Там, типа, ну, оскорбил, начала меня там так. Другая стала говорить: не разговаривай с ним, не разговаривай с ним». Типа, как будто я... Типа, не разговаривай с ним, типа, что я сумасшедший какой-то или вообще человек низшего сорта. Ну, понятно. Они мало того, что... Она даже не знает... Ну, короче, они весь двор про меня рассказали всем. Всем рассказали, кого во дворе. И теперь... И потом я шел, короче, и до меня докопались там. Они вообще, короче, мстительные очень, и они, если им что-нибудь не то, короче, лучше вообще с ними не связываться, с этими бабками, ничего. У меня просто тогда, видимо, приступ был какой-то, я ходил, что-то записывал прохожих, опрашивал про, насчет того, что там, у меня была идея, что... Рассказать всем людям я хотел, показать свой рисунок. Я думал, что все зафорсят его, но никто не зафорсил особо. Я думал, массово зафорсится мой рисунок. Таких аналогов ему нету. Антивоенный. Заключается в том, что если ты идешь на войну, подумай о том, что разрывная пуля может в лицо попасть. Эта фраза. Поскольку у меня совесть есть, я скажу, чья это цитата. Эта цитата... Одного блогера я забыл, фамилию что-то сейчас забыл, Базилева, короче, малоизвестный очень, неизвестный, вообще блогер там, у него там, даже канал собственный там нету толком, короче, неважно. И, в общем, никто в России не зафорсил про военную пропаганду и прочее, и не только военная пропаганда, а еще пропаганда, как правильно должны... Относиться девушки к мужчинам, мужчины, как должны относиться к девушкам, и как вообще мужчины должны себя вести, и девушки, и вообще, как все должно здесь быть. Ведется пропаганда непрерывно 24/7. Я слушаю сейчас Stay With Me, What Is To Burn.
Burner. Сегодня я плакал, когда играл на гитаре и играл на гитаре, на электрогитаре. Так у меня еще не удавалось. Я боюсь, что я постоянно чего-то боюсь. Я тревожно. Постоянно тревожно. Может, это из-за того, что я не знаю, действие транквилизаторов должно было закончиться. А это точно не от транквилизатора я плакал. То есть транквилизатор, ну знаешь, тебя раскрепощает, как бы, и ты ну, он как алкоголь действует. То есть, когда алкоголь выпьешь, то я начинаю, то я плачу. И, короче, вот тут первый такой, ну, наверное, редкий случай, когда я просто, ну, я при на голодный желудок принимал это сегодня два раза флоксетин и нейролептик тирлиджен 5 миллиграмм жадный, не мог сделать 10 миллиграмм таблетку. Там больше вреда в самой таблетке, чем действующего вещества, если бы они сделали одну таблетку 10 миллиграмм, то было бы самое то. Мне нужно, в общем, нужно 3 раза в день принимать, как правильно сказал врач. И когда третий раз я принимаю, мне становится действительно легче. Но утром у меня плохие мысли начинаются, мысли преступления, как в романе Оруэлла 1984. Только вот они не будут. Они не будут твои считывать твой мозг там. Ну, может, если они научатся, они и станут, но им особо это не надо, потому что они формируют мысли людей посредством других способов. Не будем в это углубляться. Они просто сформировали мысли людей, и все. Даже тех, кто, даже либералов, да всех вообще. Они их всех разделили, все друг друга ненавидят, все категории людей разделены. Эти ненавидят этих, эти ненавидят этих. Им на руку то, что в России такой менталитет, кстати. Но вот вопрос, почему они не сделали. Вот есть советская песня, типа «Дружба», там все такое. Почему они не сделают так, чтобы каждый человек был одинок? Им это выгодно. Чтобы ни у одного человека не было друзей. Типа, чтобы каждый. А вообще-то им, вот государству это очень выгодно, чтобы не было, чтобы не могли собираться люди. Хотя, вообще-то, если один по одному будет, то они могут начать что-то задумываться. А если они собираются с толпой, они будут курить кальян или курить просто сиги или пить и вместе. Ну, то есть у них они не будут. Главное для этих, для этой элиты, чтобы люди не объединялись. А если объединяются в группки, то в группки, которые враждуют друг с другом, левые с правыми и так далее, даже это они все, им все на руку. Это, может, они и подстроили все это. И они, по сути, одно и то же. Это очень выгодно. Любая вот эта вот. Главное, чтобы они ничего не могли сделать. И они ничего не сделают. Построят поселение, к ним придут, поселение разрушат. Построишь что-нибудь там, изобретешь что-нибудь, ну, короче, изобретешь там что-нибудь, двигатель пороховой, тебя посадят на бочку пороховую, пусть чай полетает. В общем, вот такое отношение примерно, короче, здесь. Здесь просто тюрьма, по сути. Одиночная камера для некоторых. Для некоторых она более веселая, радостная тюрьма, потому что он ходит по клубам, бухает и пляшет там. Кто-то чувствует по-другому. Но девушки здесь, я не знаю,
Они Егора Крида не любят даже. Ну, я не знаю, короче, я не разбираюсь. Короче, можно сказать, что ни одна... В точной точности сказать, что ни одна девушка меня не любит. Но это и не удивительно, ведь ни одна девушка не любит Егора Крида. Да, у которого во всем все лучше, чем у меня. Там, смазливость... Это знакомство, влиятельные деньги, популярность, талант, ну точнее, какой талант? Ну, петь попсу свою тупую, оформлять систему, у него талант. Короче, мне пофиг вообще на него. Ну, еще в стиле это знак свастики, он там прыгнул так и изобразил типа свастику на рекламном плакате. Это тоже у него талант. Нормально. Капец, здесь лужи, невозможно будет пройти. Банк закрылся здесь хорошо. Ах, какая мне разница, если я просто тень. Просто тень, бессмысленная, и все. Я не представляю свою дальнейшую жизнь, ее нет. Я думаю о смерти каждый день. Ну, на самом деле, я думаю о том, как что там нужно рисовать, ну, рисовать, и нужно писать акрилом еще. Я благодарен и оценю тех пару людей, кто пытается меня поддержать. Особенно... Ну... Люди разочаровываются во мне, как правило. Денис Уайт, наверное, разочаровался уже давно во мне. Я не знаю. Прости меня, если что. Сейчас 2:30 ночи, я возвращаюсь из дому, загрузив там, как я плачу, загрузил. Очень-очень отличное времяпрепровождение. А я это могу сидеть просто, короче, и смотреть в одну точку, как бы, ну или не в одну точку, и время проходит, или, короче, я не знаю, у меня странная херня какая-то с мозгом. Слушать одну и ту же песню бесконечно, зацикленно, я это делаю всегда, годами. Даже если есть другие песни на выбор. Ну, я включаю другую песню на выбор, но я слушаю ее теперь зацикленно. Ой, короче, я не знаю. Может, вы тоже слушаете так. Я просто помню, был в гостях там, и чел сказал, типа, все, я не могу, не хочу, не хочешь слушать. Это была песня этих... Ну, тоже и морей каких-то там. Забыл, как они... Fallout Boy, типа, какая-то песня была, ему не понравилось, потому что она повторно пошла, но ему, наверное, сразу не понравилось. Такая разница. Я, в общем, ни о чем вам не рассказал, потому что нету собеседника. Но одно точно, что это тюрьма и небо, это крышка этой тюрьмы. Земля — это пол этой тюрьмы. А по краям тоже границы — это тюрьма. Не просто так они делают все это. Ладно, в общем, ничего я не сказал, бессмысленно. Боль в сердце. Боль в сердце.